британские ученые выяснили: от скуки можно умереть. Ученые из Лондонского университета доказали, что выражение «скука смертная» вполне можно понимать буквально. Риск преждевременной смерти у людей, которые постоянно жалуются на скуку, вдвое выше, чем у остальных. В исследовании ученых приняло участие более 7 тысяч человек в возрасте от 35 до 55 лет. На протяжении 25 лет они оценивали уровень скуки в своей жизни. В апреле 2009 года ученые решили подсчитать, сколько участников исследования осталось в живых. Оказалось, что риск преждевременной смерти среди тех, кто жаловался на скуку, на 40% выше аналогичного показателя в группе работников, охарактеризовавших свою жизнь иначе. Интересно, что женщины вдвое чаще склонны к скуке, чем мужчины. Также в зону риска попадают молодые сотрудники и менее квалифицированные сотрудники.